Их работа – помогать. Помогать тем, кто остался один. Решать не только бытовые проблемы, но и быть другом. Давать эмоциональную поддержку пенсионерам, детям, беженцам и другим людям, попавшим в сложную ситуацию. За непростой и благородный труд социальных работников округа поблагодарили представители Московской областной думы и администрации муниципалитета. Люди, которые получили в своей профессии диплом социальной работы, каждый день, выходя на работу, оказывая эту самую заботу, должны под каждого конкретного человека, его судьбу и, самое главное, его проблемы своим сердцем протарить путь в единственно верную технологию. А, наверное, случайных людей в вашей профессии нет, и они просто не могут там удержаться. Времена у нас непростые, сложные. Простых, наверное, у нас никогда и не было. А сейчас становится еще сложнее в связи с известными событиями, о которых вы знаете. Поэтому людей, которым требуется помощь, становится не меньше, наверное, может быть и больше. И то, что вы делаете, это очень большое, важное и нужное дело. Случайных людей в этом зале действительно нет. Кто-то еще в школьные годы твердо решил, его призвание – помогать. А кто-то пришел к этому значительно позже. Например, Юрий Лоскутов – один из немногих мужчин в этом зале. Трудится в Островском психоневрологическом интернате больше 4 лет. До этого был военнослужащим и даже открывал свой бизнес. Рассказывает, в новую профессию пришел уже в осознанном возрасте по зову сердца. Наверное, сердце подсказала, что наконец-то надо помогать людям, а не только заботиться о себе, но и что-то отдавать людям. Эту работу надо кому-то делать, и это очень важно, потому что заботиться о тех людях, у которых не осталось ни родственников, ни знакомых, это довольно-таки сложно с этим, но как бы справляемся, стараемся. За сложный труд и доброе сердце Юрий Лоскутов и десятки других социальных работников получили почетные грамоты, благодарности и награды Московской областной думы, главы муниципалитета и Совета депутатов округа. Кроме того, творческие коллективы города подарили труженикам социальной сферы праздничный концерт. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.